Клуб «Ярополк», город Красногорск. Прошу приветствовать Илья Шадриков. Для награждения победителя я приглашаю на эту сцену звезду ММА Андрея Семенова. Илья, микрофон ваш. Раз. Отлично. Меня так слышно, да? Большое спасибо, дорогие друзья. Да, в первую очередь хотел акцентировать внимание Александр Алексеевич. Со стороны пострадавших родителей заявлений написано не было, поэтому, я думаю, действующее законодательство мы не нарушили. Вот. Конечно, бы хотел сказать, да, наш клуб существует 2.5 года. У нас достаточно различная программа. Вот. В августе этого года мы с моим коллегой Зелюкиным Анатолием создали музыкальную группу «Ярополк». Основное ее направление – это популяризация патриотизма, любви к своей родине, здорового образа жизни, именно спорта, именно в песне. Вот. Данный ролик вот сейчас 4-й день в интернете. За 4 дня мы набрали 130 тысяч просмотров. Вот. Сейчас документы подготовлены, все это видео передано в Луганск и в Донецк. Вот. С 1 марта они обещали по своему телевидению все это там непосредственно транслировать. Вот. Хотел бы сказать слова благодарности Ивану Викторовичу большое, что спасибо пригласили. Сергею Харитонову, который в свое время сфотографировался. И именно благодаря, Сергей, твоему вот облику дети тянутся, потому что все знают, что все-таки ты связал свое служение Отечеству в воздушно-десантных войсках. Вот. Да, действительно, у нас многие выходят. Мы детей после, соответственно, после программы «Ярополка» стараемся внедрить во внутренние войска, воздушно-десантные войска. Вот. Также хотел, конечно, сказать слова благодарности. Это вот мы очень тесно взаимодействуем с муниципальными властями. Это глава Красногорского района Рассказов Борис Егорович. И непосредственно вот весь этот ролик создан. И будущая «Ярополка», она, конечно, создана с помощью советника губернатора Московской области. Это Чайка Игорь Юрьевич. Ему низкий поклон. Вот. Также хотел ответить, да, что у нас в клубе также занимаются дети, ну, образно говоря, это глухонемые. Вот. Мы двигаемся в этом направлении. Вот. И самая главная наша задача, я не спорю, именно боевые искусства, они являются основополагающим моментом в патриотизме, в патриотическом движении. Вот. А задача клуба не воспитать чемпионов мира, хотя она, конечно, безусловно, тоже имеет значение быть. Самое главное, чтобы ребенку дать фундамент, направить его, неважно, кто из него станет, талантливый бизнесмен, защитник Отечества. Да? Великая страна, она судится по количеству великих людей, а не по количеству народа, который проживает в стране. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы побольше часть великих людей, да, именно было наше подрастающее поколение. Поэтому всем большое спасибо. Илья Шадриков, Андрей. Да, здравствуйте всем, приветствую всех. Хотел бы в свою очередь сказать, что такой форум, который сегодня состоялся, который объединил такое количество патриотических организаций, на сегодняшний день это нужное мероприятие, очень важное. И хотелось бы сказать, что долгих лет ему, чтобы это был не первый, не последний, точнее, форум. Он первый, но не последний. Это очень важное мероприятие. Спасибо.